Вот такой разговор состоялся у меня с одним из подписчиков моего канала в Телеграм. Вы злитесь в первую очередь на самого себя, потому что понимаете, что совершили глупость. Но ведь такая, как она, считай, каждая первая. Ни одна баба не откажется, если мужчина сам готов тратить на нее деньги и не скажет ему честно, что не собирается с ним спать. А поэтому я не вижу никакого смысла мстить именно этой бабе. Потому что если бы на ее месте оказалась любая другая, и вы бы с ней себя вели точно так же, то и результат бы оказался аналогичным. Но не надо себя строго судить за эту ошибку. Вы ее совершили только потому, что у вас на тот момент просто не было опыта. Да и откуда у вас было взяться опыт, если, как вы сами написали, 15 лет прожили с одной женщиной и с другими женщинами не общались? Я вообще думаю, что вам нужно радоваться, что все получилось именно так, потому что, возможно, вы избежали гораздо более серьезных и непоправимых ошибок в будущем. Так что, как говорится, спасибо тебе, Господи, что взял деньгами.